Да-да-да. Всем пока и прощайте там дела. Опять! Ничего себе! Представляю вашему вниманию сайт, на котором вы за копейки можете испытать свою удачу. Например, за 10 рублей вы можете выиграть АВП Азимов или же GTA 5 всего за 20 рублей, а также много других игр и скинов. При регистрации вы получаете 10 рублей бесплатно и сразу можете идти выигрывать. Проверь свою интуицию на mixlot.net. Ссылка в описании. И всем привет, дорогие друзья, с вами Патриот России, и это очередная часть школы ТО под номером 11. Сегодня возвращаемся к старой тематике, то есть будем обозревать школьников. Предыдущие два выпуска, как вы знаете, были не очень необычными, ну, думаю, сами знаете почему. Сегодняшнее наше видео называется «Танки онлайн летсплей номер 2, тире 2 голда». Три восклицательных знака так стоят, и потом еще запятая после этого. Странно, как-то он пишет, играю с другом. 8500 просмотров, 71 лайк, 233 дизлайка. Давайте посмотрим, когда же было загружено. 22 марта 2015 года, ну, то есть почти год видео. Перед тем, как начнем просмотр этого видео, давайте прочитаем один комментарий самого автора. Прекратите, пожалуйста, он нам пишет тут. Ну, я, конечно, немного смягчил его слова, но я думаю, всем понятно. То есть, в комментариях реально там такой бомбеж был насчет его. То есть, там... Ну, короче, вы сами поймете. А если кто-то захочет, может прочитать эти комментарии. И там действительно очень интересно все понаписали. И да, перед просмотром этого видео хочу сказать, что у меня очень много материала для школы ТО. Благодаря вам. Вы очень много скидывали. И сейчас я очень жестко отбираю ролики, так как действительно у меня уже на 30 выпусков вперед всего. И если вы хотите скинуть, то скидывайте такое очень жесткое видео, чтобы там он или матерился бомблясь, или... Короче, вы поняли. Или на камеру там что-то кривлялся. Но обычные летсплеи школьников мне уже не нужны, то есть это неинтересно. Нужно что-то действительно... Прям, чтобы бомба была, как, например, тогда, когда к Жеке пришла мама. Ну что ж, я думаю, вы меня поняли. Обычные летсплеи я буду отсеивать и просто, ну, не буду их брать в школу ТО. Так что не кидайте просто так видосы. Ну что ж, давайте приступим к просмотру этого ролика. Всем привет, дорогие! Это просто самое лучшее начало, которое может быть. Кстати, я сделал в два раза тише, и все равно... их голос громче моего видео. То есть, вы подумайте, насколько они орут в микрофон. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Вайцер Влад. Да, ребята, я Вайцер Влад и мой друг. Да-да-да, пирога на танке. Сёня, у нас тут голос падает, я валю. Всё, я продул. А я уже... Тупая графика. Я поймал! Кто взял? Я! Нет! Блин, тупой скорпион! Ну, что я могу здесь сказать? Голд еще он не взял и начал орать, что уже его этот ящик, но, как вы видите, он просто лоханулся и у него забрали этот голд. Так что у меня с загрузкой? Ненавижу танки. Я не буду обращать внимание на то, что у него там плохая загрузка, это его проблемы, у него комп говно, интернет говно, но... Когда я смотрел это видео, я вообще в некоторых моментах не понимал, что происходит, потому что там, во-первых, вроде два школьника, если не три, общаются, еще у них там родители на заднем фоне, поэтому мне очень сложно сейчас разбирать, что тут происходит вообще. Кто? Ну, вот, не надо тычить, оно же так вот ходит, вот. Оно сразу так. Ай, да опять эта тупая мазила. А пулкан вроде норм. Такого количества. А? Бутон, а вулкан вроде нормально. Это... Жаль, что, конечно, вот такие моменты присутствуют в видео, потому что достаточно много хорошего материала в этом ролике, но придется половину вырезать, потому что очень много голосов и реально непонятно в некоторых моментах. Ай, меня опять убили. Как ты на таких пушках добился такого звания? Да, они... А что, у него слишком высокое звание? Ну, ладно, сержант для него это еще высоко. О! Хори гром. О, как запаркурили! А
И это ты называешь паркуром? Блин, потом а что, у меня все равно подлагает без максимальной графы, а комп-то не слабый, по идее. А, может из-за того, что кэш интернет. Ну, во-первых, если у тебя не слабый комп, то у тебя танки на низкой графе точно не должны лагать. А во-вторых, причем здесь интернет и лаги? FPS зависит от твоего компа, а не от интернета. А? У меня нары нормально. Опять! Ничего себе! Ну, хочу сказать, что реакция еще более-менее адекватная, потому что я бы, наверное, так же орал. Потому что вы посмотрите на их звания. У них сержанты, фонд 1200 и уже 2 голда. Это просто чудеса какие-то. Вот это! Я прям... Люди, лайк! Люди, лайк и подписка на его канал и на мой! Люди! Да! Люди! Точка! Я борзею. Я борзею? Окей. Где? Я не знаю. Я тоже не знаю. Падает на острове! Боже, я понимаю, конечно, когда говорят Серпухов, это еще более-менее, потому что это название города, там можно неправильное ударение поставить, но на острове это просто уже верх безграмотности. На горе? Кто возьмет? Я. Давай, Шпак, ты сможешь! Нет, вряд ли. Может, я? Нет, если ты все. Сейчас же не перестанешь орать. Ну вот еще одно действующее лицо. Мамаша пришла. Ладно. Нет, Лес. Да ладно, блин, капец, второй золотой. Да не. Это не он. Ребят, у меня уже все в голове путается, потому что, во-первых, два школьника орут. На заднем плане батя обсуждает какие-то картонки. Мамаша орёт, еще кто-то там орёт, то есть вообще конференция, просто все лица тут задействованы. Я охренею! И все золотые почти в одно и то же время. Все золотые в одно и то же время. Первый голд упал в начале битвы, другой в конце битвы. Окей, все в одно время, да? Люди, лайк и подписка точно нужна. Вот это я гарантирую. Ну, подписываться из-за двух голдов на канал школьника, я думаю, это нелогично. И что ты нам гарантируешь? Ты говоришь, лайк и подписка на канал я гарантирую. Чего гарантируешь, непонятно. Мы на этом будем заканчивать и начинать следующий бой. Да, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был. Всем удачи. Всем пока. Да, с вами был. Не, ну вы чувствуете, они даже попрощаться нормально не мог, они друг друга перебивают. С вами был мистер Лепров и Вайцер Влад. Да. Только ты пирог на танке, блин. Да, но вообще-то мой канал называется мистер Лепров. Ну ладно, всем пока. Пока-пока. Ну, на этом первое видео подошло к концу. Ребят, одно из самых, наверное, сложных было за последнее время, потому что реально очень сложная конференция. Тут было сложно выбрать интересные и смешные моменты. Давайте перейдем. И второе видео называется «Как нужно вызывать голд». 256 подписчиков, снова много просмотров, 8700. Но в этот раз лайков почему-то больше, хотя... Короче, вы сейчас сами увидите, как же они вызывали этот голд. Всем привет, ребят, и с вами Саня. И вы видите, у меня на карте дуэль золотой ящик, вы представляете? Вы это себе представляете? Ну, представляем, и что? Ну, я думаю, у каждого, кто играл на таких званиях, по идее, в дуэльках выпадают голды. Вот лично у меня несколько раз такое было. И выпал голд, и выпал, взяли, и разошлись, все. Это, вы знаете, как я это сделал? Это вот видите, какой я УП? Я вот просто выносил игрока, и у меня золотой ящик. В принципе, чувак, это очень логично. Ты убивал чувака, и у тебя выпал голд. Ну, обычно, конечно же, голды по-другому выпадают. Ты, наверное, подбираешь какой-нибудь там дроп, и голд появляется. А убил игрока, это обычно ничего не дает. Ладно. С этим все понятно, но как УП связано с голдом?
То, что у тебя УП 40 и выпал голд, это никак не связано. Во-первых, это кач. Тебя за это забанить могут. Мне лень это отправлять. Если кому-то из подписчиков не лень, вы можете отправить, и его забанят, в принципе, за это. И также в битвах встречается очень много игроков наивных, которые пишут «админ голд, плиз», хотя сами не понимают, что никакого голда им не скинут, потому что админы голды не скидывают. Ладно, давайте смотреть дальше. Давайте как-то его эпично возьмем, может. Давайте, раз, два, три. Во, вот это эпик. Ну, мне кажется, этот чувак из школы ТО номер 5, который там еще эпично получал звание на карте остров. Теперь он перешел на карту дуэли, кстати, он звание себе поднял, и теперь он эпично берет голдики у нас. Вы представляете, какой эпик, да, упал в... Давайте, эпично возьмем. Раз, два, три. Ну что ж, попытка номер два. Давайте посмотрим, как же она у нас пройдет. Нет, извините, не долетели мы. Боже, ребят, я не могу смотреть на это. Во-первых, ты перелетел, а не долетел. А во-вторых, как ты со второй попытки умудрился запороть такое эпичное взятие? Это ж, надеюсь, с третьей попытки у тебя получится. Давайте прервемся на паузу, и я сейчас к вам приду. Ребят, я снова с вами, давайте дубль 2, попытаемся его поймать. Ну, вообще-то дубль 3. Давайте, раз, два, три, го. Нет, ребят, сейчас я с вами... Ребят, это просто жесть какая-то, с третьего раза он не может уже голд взять. Все, ребят, я снова с вами, и все, на этот раз я возьму, я просто шутил, так сказать. Го. Да. Знаете, в этом месте должно быть что-то такое. Да. Ну, на этом второе видео у нас закончилось. Дальше... Не закончилось, точнее. Дальше просто неинтересно было. Он опять рассказывает, как набить этот голд. Он еще там сплился, что он с одного компа это все сделал. То есть, ну, как вы понимаете, это просто качка была. Ну, на сегодня это не все. У нас еще третье видео. Давайте приступим к его просмотру. Ну и последнее видео на сегодня будет у нас короткое. Всего 16 секунд, и это поздравление с Новым годом 2016. Тут я не буду говорить много слов, давайте просто посмотрим все эти 16. Всем привет, друзья, с вами Херб Слендер, и сегодня я поздравляю Танки Онлайн с Новым годом, если вы это смотрите. С Новым годом! Да-да-да! Всем пока, и... Прощайте, Танки Онлайн. Ребят, я реально не могу ничего сказать по этому видео, потому что это реально полный пиздец. Извините меня за это слово, конечно, но это видео я никак по-другому назвать не могу, потому что толстый, маленький, голый мальчик трясет своим животом перед камерой и поздравляет всех с Новым годом. У меня, если бы я посмотрел это перед Новым годом, новогоднее настроение полностью бы исчезло. И последняя его фраза «Прощайте, Танки Онлайн» это как-то звучало грозно. Прощайте, Танки Онлайн. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, вы поставите лайк за такую длинную серию. Я постарался и снял, ну, вот столько. Но такой еще длинной не было. С вами был Патриот России. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также посмотрите предыдущее видео. Прокомментируйте это. Всем удачи. Всем пока.